Так, вот мы на мосту, река Урал. Сегодня какое число? 19-е? Сегодня 19 марта 2020 года. Это мой друган Димок. Так. Воды еще мало. Там в затоне нет никого. Сегодня тепло у нас. Градусов... Сколько градусов примерно? 8-10. Градусов 8-10. Это у нас восковольтка. Так, перейдем сюда. Этот мост недавно построили. Так, вон мой велосипед. Тут у нас... Вот что-то. Мост Краснощёково Новоуральск. Через реку Урал. Вот тут вот открыт, там быстряк. Глубоко там как раз. Снег еще не весь сошел. Везде грязь, вода. Это у нас самое узкое место на Урале. Но последние годы Урал мелеет, поэтому скоро везде так будет. Тут у нас километра 4 от моей деревни мост. Вот мы на велосипедах приехали. У другана тоже мой велосипед. Это мой. Это у меня инструменты на всякий случай. Это я все от корзины сам приделывал. Он у меня грузовой, рыболовный. Урал. На Урале, на Урал приехал. Так. Ну все. А это я. Автомашина. Так. Что у нас еще? Вот тут вот берег засыпали. Он обваливался каждый год. Вот эта кромка как раз был берег. И обрыв был метра 3-4. Ну, может, меньше. Все это засыпали. Когда вот мост строили, а мост строили примерно, достроили в 2015 году его. Так, ну все.